Тяжелые и легкие истребители, современные фрегаты и корветы, боевые вертолеты, зенитно-ракетные комплексы, подводные лодки. Проектирование и постройка военной техники – процесс сложный и во многом уникальный. В нем задействованы тысячи первоклассных специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Наш научно-производственный центр уникальный и сложный по своей структуре. Главная ценность нашего предприятия – это ответственность. Ответственность перед людьми, ответственность перед страной. На нашем предприятии работает много молодежи, сотрудники со стажем нам помогают. Я считаю, у нас очень большие перспективы. Работа очень серьезная, и от ее выполнения зависит многое. Мы делаем Россию сильнее. В 1997 году вот над этой проходной появилась новая вывеска – научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон». Отсюда и начинается история одного из самых неафишируемых предприятий Саратова. Что знают о нем люди? Думаю, мало. Зато продукция очень известна, но в определенных кругах. Визитной карточкой центра всегда были изделия оборонного значения. Если брать с точки зрения значимости производимых изделий, нет ни одного практически самолета в военной авиации, где бы не стояли наши изделия. Вертолеты, самолеты, подводные лодки и даже сейчас разрабатываем и для наземной техники. Нельзя сказать, что мы монополисты, но во многих нишах мы являемся единственными, кто на сегодняшний день обладает технологией производства, той, которая позволяет нам выиграть конкурентную борьбу. Чтобы победить, требуется стремительность спринтера и решительность марафонца. Руководство предприятия не экономит на внедрении современного оборудования. Истина «скупой платит дважды» здесь не требует доказательства. Научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон» динамично развивается, ломает стереотипы, создает все новые и новые возможности. Осваиваются дополнительные производственные площади. Главная цель предприятия – рост производительности и надежность выпускаемой продукции. Завод за последние три года по объемам выручки вырос в 3 раза, что само по себе уже является хорошим показателем. Позволяет нам поддерживать одну из высоких зарплат в регионе. Только исключительные компетенции наших сотрудников позволяют нам выигрывать конкурентную борьбу за заказы и за новые изделия. Качество – многослойное понятие, и его обеспечение требует объединения научных сил, от творческого потенциала до практического опыта многих специалистов. Жажда быть полезным, жажда двигаться вперед и развиваться объединяет сотрудников предприятия. Здесь работают особые люди. Они предприимчивы, любят творческий подход и скорость. Они часто слышали в своей жизни – это невозможно сделать. И тем не менее, они шли наперекор традиционной логике и делали революционный прорыв. И побеждали на глазах изумленных конкурентов. У нас порядка 1000 человек на предприятии работают. Из них около 200 – это именно КБ, конструкторское бюро. Те, кто занимаются перспективным развитием, разработками новых изделий, вариантов новой компоновки существующих изделий, доработки изделий. Соответственно, безусловно, это позволяет нам смотреть в будущее. Без КБ чисто серийный завод обречен на то, что рано или поздно он будет зависеть только от заказчика. На сегодняшний день для успешного и динамичного развития многие предприятия объединяются. Процесс консолидации не обошел и оборонно-промышленный комплекс страны. Научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон» активно сотрудничает с акционерным обществом «Концерн радиоэлектронные технологии». Крупнейший российский центр приборостроения мирового уровня является основным заказчиком продукции «Алмаз-Фазотрон». Определяя курс и задавая нам направление, концерн и снабжает зачастую заказами, которые позволяют предприятиям дальше развиваться. И в том числе и осуществляет методическую помощь предприятиям в условиях изменения законодательства или там изменения среды обитания предприятий. Так что, да, безусловно, помощь большая.
Чтобы дойти до цели, надо просто идти. Будущее строится уже сегодня. Много задач стоит перед научно-производственным центром на ближайшее будущее. И одна из них – перевод производства для оборонной промышленности на гражданские рельсы. Ну, есть такое понятие диверсификации, да? То есть на сегодняшний день есть заказы от Минобороны в части повышения там, безопасности нашей страны. Но в то же время надо понимать, что этот заказ будет выполнен, определенная программа развития вооруженных сил. И потом предприятия будут в условиях ограниченных заказов. Поэтому абсолютно верный курс на поиск гражданской продукции. 20 лет. Все эти годы научно-производственный центр «Алмаз-Позитрон» и наш город развивались вместе. Социальная ответственность перед сотрудниками, горожанами и страной в целом – неотъемлемая часть успешного развития. Думать о будущем. И не просто думать. Строить его уже сегодня, отдавая самое важное, что можешь отдать – часть своей души. Самое главное всегда остается неизменным. То, что дает силы и желание жить, ставит цели и объединяет людей, рождает идеи и открывает новые возможности – это вечный двигатель в каждом из нас. Поиск знаний и желание трудиться, созидать, улучшать. Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с праздником нашего предприятия, с нашим юбилеем 20 лет. Я благодарен вам каждому за ваш неоценимый вклад в развитие нашего предприятия. Здоровья, счастья, улыбок. С праздником!